Короче, всем мяу, и это видео для моих настоящих кошечек. Опять это кожаное что-то придумало. К тому самому розовому монитору с ушками точно не хватает розового кресла. И это не просто розовое кресло, а розовое кресло с ушками. Это Китти от Zone 51. В основе кресла крепкая стальная рама. Внутри ультраплотная пена, поэтому сиденье достаточно жесткое. А обивка из многослойной эко-кожи с усиленной строчкой. Основание стальное, и несмотря на фанеру под сиденьем, кресло выдерживает кошечек до 150 килограмм. А если станет скучно, на нем можно и откинуться, и покачаться. А судя по надписи на коробке, заняться чем-то более интересным. Размеры сидений и спинки позволяют комфортно проводить время за компьютером. Подлокотники регулируются в двух направлениях, и для них есть чехольчики. Также в комплекте подушка под поясницу и шею. А ушки при желании можно снять. А теперь независимый эксперт Сеня проверит реальную вместимость этого кресла. Влазит 11,5 хомячков. Как думаешь, для твоей попы хватит?